всегда перед зарей, прислушаться лишь надо предутренней порой, едва забрежет день. Здесь, сотрясая гор простертой громадой, в тоске рыдает осенью олень. Дух древней японской поэзии, как утверждают знатоки Востока, проник во все области искусства и безраздельно царит в живописи. Каким-то неведомым образом дух этот смог уловить русский композитор. Композитор Татьяна Смирнова, написавшая цикл миниатюр «Японские акварели». Что музыка эта написана автором, который, побывав в Японии, воплотил свои самые непосредственные впечатления от этой во многом загадочной для нас страны. Ой, я вас должна разочаровать, потому что я не была в Японии. Это моя мечта, я очень хотела бывать в этой стране, но так случилось, что я именно в этой стране и не была. Но я всегда интересовалась культурой этой страны, действительно загадочной, действительно необычной страны. И я помню еще в годы студенчества вот, в Московской консерватории, обучение в классе Юрия Александровича Шапорина, моего дорогого профессора, я его очень люблю, я тоже уже обращалась к этой теме, читала много японской поэзии, видела японскую графику. И вот вы знаете, атмосфера японской графики, атмосфера стихов, особенно древних японских поэтов, меня так тогда вдохновило, что возник цикл «Японские акварели» тоже, но они были написаны для голоса, это на стихи были древних японских поэтов, для голоса, флейты и струнного квартета. Значительно позднее возникла еще одна вариация на тему японских акварелей. Сочинение инструментальное для довольно оригинального состава. Флейта, гобой, скрипка, виолончель и клавесин. Я услышала это так. Мне вообще всегда в японской поэзии очень было сродни как-то настроение, вот ощущение необыкновенной таинств перехода, душевных состояний в лирике поэтов Японии. Сама вообще культура необычайно утонченная, ну, несколько рафинированная, конечно. И вот такой состав очень, на мой взгляд, соответствовал тонкости переходов, так сказать, всех состояний человеческих, именно вот как бы отображенные или рассказанные вот этими инструментами. Thank you.
белых облаков, как в дальнем море средь небесной вышины. И вижу я, скрывается плывя, в лесу полночных звезд ладья луны. Японские акварели Татьяны Смирновой записаны ансамблем «Концертино». И это последняя запись, которую успел осуществить безвременно ушедший из жизни руководитель ансамбля Андрей Корсаков. А первыми исполнителями этой музыки были музыканты ансамбля «Барокко». Однажды, отправляясь на фестиваль русской музыки в Японию, они попросили Татьяну Смирнову написать нечто в японском стиле. А вот то, как восприняли японские слушатели эту музыку, превзошло все ожидания. Вот был такой интересный штрих. Ансамбль «Барокко», когда исполнял это сочинение на фестивале в Токио и Саппоро, они в двух городах это играли. И вот когда они исполнили акварели, уже закончили исполнение, мы говорит, замерли. Мы слышим только что дыхание зала поразительно. Вот, тишина остается. И тишина-то стояла, наверное, нам бы показалось это очень много. Нам показалось, что это было минут 5, может быть, такая тишина. Мы даже недоуменно приглянулись и стали смотреть в зал. И уже встали. И только после этого зал захлопал. Причем, а когда, значит, они встали, мы увидели, как они рассказывают, жест вот такой, так сказать, сделанный. Каждый слушатель держал перед собой, значит, ладонями сложенные руки перед собой и сидел вот так углубленно. Мы очень удивились, как они рассказывают, или спросили импресарио, что бы это означало. Импресарио сказал, что это высшее наслаждение, которое испытывают японцы, значит, что они так, видимо, им было приятно и так была близка музыка, что вот они вошли в это состояние, в общем-то, даже и не вышли по окончанию. Потом взорвались аплодисментами, а потом был действительно очень большой успех, они просили ноты, многие музыканты приходили с ним, но в то время это еще было сложно, потому что партитура была рукописная и не была издана, так сказать. Уехала в Россию. А вот как вам кажется, Татьяна Георгиевна, почему произошла такая вещь, что японцы почувствовали в этой музыке, вероятно, так много своего, что погрузились вот в это состояние, может быть, такое медитативное или, да, созерцательное? Да, близко к этому, во всяком случае. Да, вероятно, созерцание, да, это их какая-то вот часть национальной, может быть, или души. Что соединяет, как вам кажется, людей вот совершенно разных культур? А вы знаете, мне кажется, что здесь вот душа с душой говорит. Вот здесь вот явление духа как бы в музыке. Если оно есть, то мне думается, что любая культура друг друга поймет. Вот явление духа, вот это вот, мне кажется, разговор душ. И если этот язык им где-то близок, и, может быть, даже какие-то вызывают ассоциации с их родной культурой, вот в чем-то, так сказать, появляется. Не обязательно, это же может быть, вот, кстати, в этом сочинении ни одной подлинной интонации японской.
Ну, то есть здесь фольклора нет. Но вот, видимо, атмосфера самой музыки была им достаточно близка. Вот, наверное, вот этот момент. И потом, вы знаете, я для себя, например, потом это открыла, для меня было это совершенно неожиданно и очень приятно. Однажды я услышала японские национальные инструменты такие вот, самые разнообразные. И вы знаете, я услышала, я была потрясена, я услышала звук вот этого японского органчика небольшого. Он точно имитирован был, вот, ну, прямо точная имитация начала моих акварелей. То есть, вы знаете, вот было такое редкое совпадение, для меня это было, ну, просто, ну, удивительно. А сделано это так, я дошла интуитивным путем, чисто интуитивным путем, не зная, не слыша этого инструмента как графика. Вот, наверное, тогда вот это вот тоже была ниточка, которая соединила, вот как бы духовная ниточка, которая соединила наши души, музыканта, композитора и тех, кто слышал это. Сном и только сном должны его назвать. И в этом мне пришлось сегодня убедиться. Мир только сон. А я-то думал я. И я думал, это жизнь, а это снится. Вы слушали фрагменты сочинения композитора Татьяны Смирновой «Японские акварели». Вела эту программу Ирина Зимина.